Я прожил эту жизнь не зря. И совершенно определенно скажу вам, молодым людям, при нынешнем режиме, при нынешнем пожизненном президенте что-нибудь сделать положительное для развития общества невозможно. Но это не должно опускать руки молодым людям. Это в определенной степени заставить должно молодое поколение искать любые пути возможностей для того, чтобы общество познало реальную ситуацию, общество было готово любую инициативу правозащитников. Не только инициативу, если правозащитник попадется как бы водоворот, его как спасти надо продумать. И к этому я в определенной степени уверен, что страна перейдет, но с большим трудом. Вот сейчас, сегодня, прежде всего имеет значение мужество людей, имеет значение реально оценивать обстановку. И по большому счету оппозиционно настроенная печать в определенной степени этих людей показывает обществу. И немало я фамилии знаю, которые на самом деле очень сильно переживают под состоянием дел в государстве. И поэтому я предлагаю, конечно, прежде всего молодым, энергичным, умным, знающим группам людей подрастающего поколения должны объединяться над общими идеями. Прежде всего, эти идеи должны быть связаны, какой государственный строй нужен. Если вот реально посмотреть на жизнь, мы за годы независимости построили такое общество, где коррумпированная, лживая политическая власть оторвалась от реальной жизни массой. А это уже никуда не годная политическая система в государстве.